До начала праздничного концерта виновницы торжества могли принять участие в различных мастер-классах. Самым зрелищным и притягивающим к себе внимание прекрасной половины стало рисование на песке. Мамочки старательно выводили линии, из которых получались очень даже хорошие работы. Училась замечательно. Красивая дама. Сперва она хотела пойти, потом она присела. Ей подарили цветы. И она их держит, эти цветы. И она улыбается. А Наталья Валентиновна из прочих занятий выбрала мастер-класс от фотографа. Мама пятерых детей пробовала себя в роли фотомодели. Изящная шляпка, ажурные перчатки, загадочный взгляд и образ элегантной леди готов. Женщина признается, что порадовать себя такими развлечениями ей не хватает времени. Все ее внимание сосредоточено на детях. Когда я была как маленькая, хотела сперва троих, чтобы у меня была семья, трое детей. Когда трое было, потом зачем-то захотелось еще двоих. Ну вот, родила пятерых, двое, вот погодки, вот предпоследнее было вот в ноябре 11, а вот в марте будет последнему 10 лет. Друг другу помогают, а если, например, в семье один ребенок, как-то не так все равно. Всем матерям Нефтекамска был посвящен концерт, куда собрались более 700 горожанок. От руководства города с приветственным словом выступил первый заместитель главы города Шамиль Халитов. Он отметил, что за последние 6 лет материнские сертификаты получили более 6 тысяч жительниц Нефтекамска. Это значит, что из года в год увеличивается население города, растет и ответственность властей перед новым поколением. Я хочу поздравить всех матерей нашего города с этим прекрасным праздником Дня Матери. Все люди первым словом после рождения, они, значит, первое слово произносит «мама». И как бы тяжело ни было человеку, при тяжелых минутах тоже опять-таки человек говорит «мама». То есть мама сопровождает любого человека с рождения до его кончины. Поэтому это святое имя. С праздником вас, дорогие матери! Концертные номера сменялись вручением подарков и шквалом аплодисментов. Так были отмечены женщины, которые являются многодетными мамами и удостоены медали «Материнская слава». Их в нашем городе 44. Торжественное мероприятие в городском центре культуры не единственное, которое проходит в Нефтекамске в честь праздника матерей. На выходных пройдет научно-практическая конференция, а в воскресенье мам города еще раз поздравят в стенах Центра развития творчества детей и юношества. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».